один актер, то не пресса, комик карлик, имел Сан-Франциско богатый кораблик. Знаменитый богат благодаря своему уродству, драматическому таланту и благородству. Но его успех ему никак не помогает. Гетта Люкс красивая актриса отвергает, отказала ему стать его женой. Физические недостатки не зальешь вином. Престо втайне от всех исправляет свое уродство, становится красив, как мачо сходство. Гормональная терапия сделала свое дело, изменила у Преста лицо и молодое тело. Теперь никому его и не узнать. Высокий красавец, всем подстать. Но Гетта Люкс вновь отказывает ему, ведь он стал не звезда, неизвестный никому. Карьера актера теперь стала невозможна. Судьба трагична, банальна и серьезна. Отчаявший Преста исчезает, организовывает банду, внешность меняет. Банда заставляет пить микстуру людей, которые превращаются в уродливых тварей. Кто-то безумно разжирел, кто-то безудержно вырос. Стал уродливым карликом с номерком на ноге и сандаликом. Многие стали жертвами мести Тонио Преста, который, отомстив, нашел свое под солнцем место. Преста нашел свое место, нашел свое под солнцем место.